На карьерах за улицей Некрасова состоялся первый городской открытый турнир по страйкболу. Сегодняшнее мероприятие – это турнир по страйкболу. Значит, участвуют вольные стрелки, скажем так, те ребята, которые занимаются страйкболом, либо в клубах, либо сами по себе. Но сегодня как бы не заявлены команды. Мы решили первый турнир, который в Электрогорске будет проходить, сделать именно в таком формате, чтобы могли поучаствовать даже те, кто не заявлен ни в каком клубе, не состоит ни в какой организации и так далее. Мы пригласили ребят из Павловского Посада, Орехово-Зуево, Ногинска. Москвичи обещали подъехать, тоже все в основном вольные стрелки. Организатором данного мероприятия являлся военно-патриотический клуб исторической реконструкции «Доблесть». При финансовой поддержке руководителя исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Романа Тикунова, за что игроки выражают ему огромную благодарность. Страйкбол – это игра на честность. Каждое попадание, оно не фиксируется как бы на человеке. Убитый или раненый сам должен честно выйти с поля боя. После жеребьевки команды заняли свои позиции, и игра началась. Это не последний турнир в нашем городе, и надеемся, в дальнейшем участников будет становиться все больше.